Доброе утро. Новый день в Чишме. 7 утра, скорее всего 7:30. Какой рассвет. Погода вроде налаживается, ветра нет. Как видите, море немножко спокойнее, чем вчера. Там уже вдалеке рыбак гуляет. И вот такой вот вид на горы Греции. Turkish breakfast. По-турецки ахвалты. То есть завтрак. Вот с таким видом. Лимоны, апельсины доставляют в отель. Напрямую на таких машинках. Вот он наш отель, кому интересно, называется Pacific. И вот он, этот вид на этот пляж. Сейчас прогуляемся туда подальше, посмотрим, какие там красоты открываются. Это с нашего балкончика наблюдали. Сейчас пройдемся. Посмотрите, какое чистейшее, красивейшее море. Ляпота. Что же нас ждет за поворотом? Вот такие красоты. В центре какие-то ремонты идут. И тут рядышком Чешмебель и Диеси сразу. И вот заветная крепость. Ну что ж, давайте прогуляемся. Билетик стоит 18 теле. Вот здесь билетики проверяют хайскот, температуру. Thank you.
такой Цезарь Гази Хасан Паша со львом личным. Вот такая прогулочка по музею. Отлично, интересно, виды красивенные на Чишме. Пятница, почти обед. На улочках люди гуляют. Сувенирных магазинчиков куча. Тапочки, чемоданы. Но как же в Турции без чорбы? Это супчик объедения. Оливки тут, перчик, лимончик. Красота. Abizar abi! Abizar abi! Salkım gönder, iki tane! Ну что, погуляли по Чишме, пришли на Тогар, точнее автобусную станцию. Сейчас будем садиться через минут 15 на автобус, едем опять в Измир. Ехать где-то 1,5-2 часа, смотря, наверное, по какой дороге, по каким городам будем заезжать. Так что погнали в Измир. Ну что, ребята, добрались до гостиницы. Сейчас покажу вам номер. Это апарт-отель. Вот тут выходим из лифта. Здесь соседи. А вот наша. Здесь вот такой диванчик. Кухонька. Есть водичка. Телевизор, холодильник. Вода, чай, кофе. Приборы. Вот. Спальня. Шкафчик, креселка, тоже телевизор. Вот такая. И ванная. Вот такая джакузи. В общем, стоило это 22 евро. Такой апарт-отель. Ну что же, завтра будет новый день. Будем еще гулять по Измиру. Так что всем пока и до завтра.